Приветствую всех, меня зовут Андрей, этот видеоотзыв я делаю специально для школы Арго. Хочу рассказать, как я сюда попал, что ожидал, что получил, какие впечатления, какие выводы, можно сказать так, и всем тем, кто хочет попасть в эту школу, также дать советы. Итак, начнем. По моим ощущениям и по моим выводам, которые я сейчас делаю на данный момент после этой школы, такое ощущение, как будто я в эту школу готовился всю свою жизнь. Вот все 11 лет, что я интересовался там эзотерикой, психологией, там бизнес, финансы. Все эти знания, которые я получил ранее, сейчас я знаю, как их вообще применять. У меня полная, сложилась картина вот на данный момент. И у меня было по ощущению, когда я уже шел в эту школу, точнее, ну, на этот тренинг, да, то есть я так понимал, что это уже последняя будет, наверное, школа в моем обучении, которая именно нужна какого-то достичь понятия. Но она так и получилась. У меня с этой школой очень много что связано сейчас на данный момент. Даже моя жена проходила чистку, и если кто хочет посмотреть, как это коснулось нашей жизни личной с женой, то это 919 видео. Также, забегая немного вперед, я скажу так, что вот этот, когда я оплатил тренинг, я теперь понимаю, что я не оплатил тренинг, я купил билет в новую жизнь. Но, по сути, так оно и есть. Но я теперь немножко вернусь обратно, прежде чем попасть вот именно в эту школу. Я был еще в одной школе, но там тоже гипноз изучал, но там именно как работает подсознание. То есть, какие там блоки, как их доставать, как их прорабатывать. Ну и все в этом стиле. Психология. Там тоже, кстати, в этой школе доставали сущности. Но не так, конечно, как у Влада сфера. Это совсем другой этап. Они там программы принимали за сущности. То есть там даже женщина одна хвасталась, что из нее 17 демонов достали. Ну вот, как бы так. Такие вот были интересные моменты. Но когда уже наслушавшись Влада сфера, я их очень долгое время слушал. Наверное, года, где-то 2,5 года перед тем, как попасть в эту школу. И даже когда я пошел в ту школу гипноза, я какие-то, скажем, техники взял у Влада с Верой и применил туда. Но там была такая политика, если я там применяю какие-то техники чужие, да, какие-то там школы или свое что-то какие-то, или там что-то свое выдумаю, то оттуда сразу выгоняли со школы. Но никто не просек, потому что мы там друг с другом, с людьми работали, никто не пожаловался на меня. Вот, и получил в той школе диплом, ну и когда уже пришел в эту школу, у меня, скажем, эта школа и та школа, она соединилась воедино, и у меня сейчас полная сложилась картина в действительности, как это есть, как это происходит, что такое сущности, как с ними работать, как их вытаскивать, что такое программа в подсознании. У меня, скажем, более раскрылась картина, и я эти две школы объединил в одну, скажем, и теперь это очень хорошее понимание действительно, как оно все происходит в мире. Правда, у Влада сферы там тоже есть проработки подсознания, блоки, но я это просто немножко подробнее изучал в той школе. Вот, но те, которые дают Влад с Верой техники, те, которые дают знания, возможности, они, конечно, колоссально очень интересные. Я и раньше свои, у меня тоже есть техники, до сих пор какие-то применяю именно на астральном плане, именно астральные техники, но то теперь, как я понимаю, еще можно достичь или усовершенствовать себя, это, конечно, вообще, это земля и небо. Это вот теперь я до какой-то ступени дошел, понимание того, какие еще возможности можно сделать, то есть во благо людей, скажем так. Вот я и интересовался 11 лет, это как сделать человека счастливым, то есть, ну, себя в первую очередь, да, и вообще хотел узнать понимание. Я больше на психологию обращал внимание, но, оказывается, есть подсознание, есть сущности, ну, и так понятно, кто смотрит Влада Сфера видео, то есть там это все оговаривается, понимается. Что по поводу школы? Хотел бы дать совет, кто туда пойдет, в эту школу, то именно на то время обучения взять лучше отпуск. Действительно, взять лучше отпуск. Я, скажем так, был на больничном. Мне это даже сыграло немножко на руку. И почему так надо сделать? Потому что тот текст, те команды, которые дает Влад с Верой, их надо действительно изучить, понять, перепечатать, понять, где какая цепочка, последовательность, понимать, какие вы даете команды. Если вы думаете, что там в среду, в воскресенье два раза в неделю будет проходить учеба, и этого достаточно, то есть это, ну, то есть времени хватает. Нет, на самом деле времени не будет хватать, потому что темп будет усиливаться. Сначала немножко легче дадут, еще чуть легче, а потом сложнее и так по нарастающей. В конце будет самый такой, наверное, интенсивный, массивный, такие уже давать техники и знания, которых нужно будет все успеть это сделать.
Но это очень интересно, очень интересный опыт. Что можете получить в этой школе? Посмотреть свою прошлую жизнь, узнать, где ваше место силы есть. Мне, например, место силы мое показало, когда я увидел свое место силы, оказывается, я там был. То есть я его посещал не раз. Это меня впечатлило, но я действительно до сих пор хочу на это место силы съездить. Мне там очень нравится, там очень красивая природа, она на земле, это место силы. Вот, что еще? К высшему я подниметесь, пообщаетесь с ним, это тоже такое интересное впечатление, конечно, необычное. Ну и, в принципе, вы, в принципе, будете видеть этот тонкий мир в астральном плане, когда будете летать, когда спускаться в матрицу Земли, рассматривать ее, прокачивать ясновидение, это все будет очень интересно, то есть... Это даже не описать тот аспект, то, с чем вы столкнетесь, просто это, ну, не передать. Это эмоционально охватывает. Вот я сейчас говорю, у меня эмоционально начинает охватывать, хочется и то, и то, и то, и то и сказать, но я понимаю, что сейчас все это не опишешь вместе и не выдашь в одно видео. То есть это действительно надо все прочувствовать, все это понять. Да, это большая ответственность, когда работаешь с сущностями, с душами людей, но когда ты, скажу даже так, вот самый в чем класс и даже, скажем так, кайф, да, это когда получаешь за свою работу благодарность от людей, когда к тебе льется вот эта благодарность, энергия благодарности, ну, я реально, я получаю какой-то определенный кайф, класс, и мне хочется дальше продолжать работать. И с каждым последующим разом и мне все хочется еще больше и больше и больше. Также в этой школе я встретился с Викторией, с тем человеком, с которым мы решили создать пару. Это тоже очень интересно получилось, что мы сейчас на данный момент получаем информацию, что мы перед воплощением в эту жизнь, мы с ней договорились встретиться и работать. То есть мы там встречались на тонком плане, мы договорились, что в этой жизни мы встретимся и будем работать. И у меня даже так получалось, что я на третий поток хотел попасть в эту школу, скажем, да, а у меня такие начались проблемы с деньгами, что я... не смог туда попасть, но как началась школа, третий поток, именно уже обучение, как когда она началась, у меня резко разрешились все вопросы с деньгами. Абсолютно, то есть настолько хорошо и классно получилось. И Виктория тоже не смогла на третий поток попасть. Вот, но попала только на четвертый, и я попал на четвертый, и мы действительно соединились. То есть я говорю еще раз, повторюсь, такое ощущение, как будто я всю жизнь готовился именно к этой школе. Очень хочу поблагодарить Влада, Веру, также Ольгу. Ольга – это администратор, она очень помогает, как, она как мостик между Владом и Верой. Она очень хорошо выполняет свою, скажем так, работу. Да, то есть она общается, она спрашивает, даже она может пообщаться, но очень такой человек. Не, она не равнодушная такой, скажем, да, что, ну вот, ответила, то все кинула. Может поинтересоваться, может поговорить, пообщаться. То есть тоже человек очень такой отзывчивый. Мне тоже очень понравилось, как Ольга вот ведет беседу, как она налаживает контакты, ну, лично со мной. Вот. Также благодарю Влада и Веру за их работу, за их терпение. Кстати, те, кто не сильно воспринимает критику или плохо воспринимает критику и хочет попасть в эту школу, ну что ж, готовьтесь, ничего не сделаешь. То есть я как бы адекватно отношусь к критике, и мне как бы она была, ну, я не сильно обижался, скажем так, я наоборот просил даже по максимуму меня критиковать, потому что критика, она в действительности нужна. Если человек думает, что он самый лучший и непревзойденный, скажем так, но это немножко, он потерпит крах, скажем, в том плане, что он никогда не сможет дальше развиваться. Когда он слышит адекватную критику, а от Влада с Верой только была адекватная критика, за что им отдельная благодарность. Ты всегда себя будешь улучшать, когда будешь воспринимать критику спокойно. Тоже отдельный такой момент. Вот. Так что еще раз благодарю Влада, Веру за их работу, за их подачу материала, за их подачу информации. То есть настолько все продумано, настолько все классно было сделано в этой школе. Да, темп очень сильный, но это так все впечатляет. То есть я в действительности получил уйму эмоций восхищения за всю школу. То есть ты опять же знакомишься с теми людьми, которые все это понимают. Ты общаешься с теми людьми, которые в одной с тобой колее, скажем так. Очень интересные люди. Каждый в эту школу был, в котором в потоке мы пришли, каждый был со своим багажом знаний. То есть некоторые, от некоторых людей вообще восхищение получало то, как они умеют или к чему они расположены. Очень талантливых людей подобрали Влад и Вера. И за это им тоже огромная благодарность. Благодарю всех тех людей, которые со мной учились. Тоже отдельная вам благодарность.
Вот. Ну и хочу всем сказать, всем тем, кто хочет прийти в эту школу и пройти это обучение, но я скажу, это стоит. Это стоит, если вы действительно хотите помогать людям, если у вас есть такое желание, ну, к примеру, как у меня, то вы действительно получите огромный кайф от этой работы, потому что, например, та работа, которая сейчас у меня есть, да, у меня тут есть свой бизнес, я его тоже когда открывал, мне он очень нравился. Но сейчас я даже на работу не хочу ходить, уже я все пустил на самотек. Скажем так, это хорошо, что у меня есть там напарник, и он еще как-то помогает мне. Потому что вот тут вот я действительно получаю огромное удовольствие от этой работы. Это действительно постоянно что-то новое, что-то такое необычное. Так что еще раз, всех благодарю, всех, кого я встретил в школе. Благодарю Влада, Веру, Ольгу. Вас всех благодарю. Ну и всем тем, кто захочет прийти в эту школу, я всем желаю удачи. Всем пока.